что конструктивно было? Ну, хотелось бы сказать о том, что сами вы знаете, что это ряд встреч, которые проводятся у нас, и также у нас были встречи с исполнительной властью, была инициатива от, так скажем, общественных организаций, политических партий. С инициативой они вышли о том, чтобы свои аргументы донести до депутатов. Встреча была, несомненно, конструктивная. Я думаю, что эти встречи вообще должны продолжаться. Они полезны в первую очередь, потому что есть определенная работа, есть выработанный план, по которому должны двигаться. И по этому соглашению, в частности, есть необходимость к тому, чтобы вообще понять, есть ли целесообразность в нем. Соответственно, хотелось бы сказать о том, что были донесены определенного рода аргументы, которые принялись депутатами парламента, но в то же время говорилось о том, что есть необходимость встречи тех же вот общественных политических организаций и непосредственно исполнительной власти, к тому, чтобы доносить аргументы таким образом, чтобы я, насколько понимаю, чтобы оппонировали друг другу в этом вопросе, с учетом того, что вопросов на самом деле масса, и депутаты парламента, как вы знаете, в свою очередь, выходили с инициативой о внесении изменений, поправках. Я уже об этом до этого говорил. Этих поправок было 20. Из них приняты были к сведению две поправки. Они не столь значительные и особо ни на что не влияют. Но есть приоритетные вещи, которые были отображены в этих поправках, которые пока что ни с кем не согласованы и решения никакого по ним не принято. То есть парламент стоит на своем относительно вот этих вот поправок. И хотелось бы здесь и поблагодарить за сегодняшнюю встречу и тех людей, которые инициативу проявили и вышли с аргументами к тому, чтобы донести свою позицию до парламентариев. Ну, в общем, встреча была очень конструктивная. Мы, я думаю, что некоторые вещи осмотрели под другим углом. Супер, спасибо.